Вот видите, по краям озеро было полное. Это вот ванна, бассейн озера. 31 июля в ущелье Адыгине, расположенном в 40 километрах от Бишкека, прорвало высокогорное озеро Тестюр. Экологи-исследователи, возможно, опасность для столицы. По словам специалистов, сегодня никаких рисков схода сели нет. Постепенно сейчас эта вода сходит через реку Адыгине в Аларчу, пополняя наши водные запасы. Вот. Опасность, значит, миновала, угрозы нет. Но такие угрозы, они были обоснованы тем, что и в прошлые годы прорывы были катастрофическими. Но в этом году для города эта угроза не очень большая. Там пройдет по Аларче, может, немножко бурный такой грязный поток. Так было уже неоднократно и в 2012-2015 году. Но особых каких-то опасностей, угрозы он не представляет. В целях предотвращения негативных последствий прорыва озер сотрудники МЧС 20 июля по 15 августа проводят работы по изучению состояния высокогорных, прорывоопасных озер, включая наземные обследования и постоянный мониторинг по данным дистанционного зондирования. Из 2000 высокогорных озер порядка 370 являются прорывоопасными. В этой связи на постоянной основе проводится мониторинг. На первом этапе происходит анализ космических снимков и данных дистанционного зондирования. На втором этапе выбираются наиболее опасные озера с риском нанесения ущерба населенным пунктам и объектам инфраструктуры. На этих озерах уже проводится наземное обследование. Также было исследовано высокогорное озеро Адыгине, поскольку ранее были опасения. Как выяснилось, озеро не представляет опасности. Уровень воды в Адыгине соответствует годовой норме, и риска прорыва дамбы нет. В ходе исследования установлено, что уровень воды в этом озере соответствует годовой норме, и опасности прорыва дамбы нет. Высокогорное озеро Адыгине расположено на высоте 3850 метров над уровнем моря в 10 километрах от национального парка Аларча. Прорывы горных озер – это обычное явление в истории их развития. Прорывы высокогорных озер зачастую приводят к формированию мощных селевых потоков, однако такие селевые потоки составляют меньше 1% от всех зарегистрированных в Кыргызстане селей. Кундуз КТТ, Камиль Асанов, Алатау 24.